Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот я продолжаю засаживать заваленки на теплице и приступила к следующему сорту, о котором я тоже хочу вам рассказать. Следующий сорт, который я буду сейчас сюда садить, это розовая жемчужина. Вообще на заваленках подбираю только те сорта для высадки, которые компактные, которые можно и рекомендовано высаживать загущенно. Розовая жемчужина, она по характеристикам куста похожа на ринет. Вот они, видите, тоже уже все с помидорками, потому что они долго стояли в лотке из-за погодных условий. У них уже и цветение, и зацвели, и завязались, и уже плодоносят некоторые. Розовая жемчужина отличается, сразу видно из названия, по цвету. Если таймыр красный, то это такого же размера плоды, но розовые. Они компактные, вот у них, они очень долго были в лотке, у них такая сильная корневая система, я их сейчас посажу. Вот под эти томаты я никаких удобрений уже не кладу. Я вам рассказывала там про рыбную муку, про золу, это вот под основные такие крупноплодные. А эти томатики, я высаживаю их вокруг всех теплиц, они как и элементом декора служат, они сейчас расцветут, покроются красивыми плодами, будет все красиво так аккуратненько. И элементы декора, конечно, и едим мы их, и на семена. Семена я тоже с них собираю. Но вот нынче мы поздно, я приступила к высадке этих томатов. Сейчас бы они уже должны были быть с помидорками, но у нас затянулось все это, сдвинулось на 2 недели. Вот эта розовая жемчужина, так же как ринет, подходит для тех, кто хочет выращивать, получить урожай на балконе. Вы видите, что она компактная, она невысокая. Сейчас я покажу. Вот это уже взрослое растение, все у него уже томатики. И в ведре ее вполне можно получить урожай. Очень красивые такие розовые, нежно-розовые плоды. Вот это сорт розовая жемчужина, который подойдет и для выращивания на балконе, и для выращивания вот на таких местах. Ну, короче, его можно выращивать загущенно. Он требует мало места, вот достаточно, видите, как я высаживаю, через 20 сантиметров, достаточно вот такого квадрата 20 на 20 сантиметров, и на этом маленьком квадратике можно вырастить прекрасную розовую жемчужину. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, обзор компактных детерминантных сортов, которые можно высадить на заваленке вокруг теплицы или вырастить у себя на балконе.